Он сказал, что это родинка избежала, блядь. Просто темы про сперму и про говно, это точно уже все отвечали. Да, я тут подготовила. Не, он можно придумать что-то интересное. Я просто не играла, я поэтому у меня только про говно. Конечно, я закринжу немного и убегу. У меня, кстати, котлетки, смотрите, какие вкусные. Из жопы что показывать? Бля, чат, помогите с вопросами. Ребят, рассказываю, смотрите. Да, это пиздец. Самое главное... Выключи сейчас нахуй браузер, блядь, всякие стимы, чтобы ничего не качалось, чтобы стрим не был включен. Если так все сделаете, то не будет вебки глючить в Дискорде. Я не знаю, как это работает, это парадокс, ребят, но это факт. Илюха, у тебя такой ракурс красивый, пиздец, тебе объект основой? Ну это просто не... Это мой старый объектив, но просто не тот, с которым я стримлю. У меня просто штатив в машине, и мне пришлось взять этот... Бля, охуенно выглядит. Ну что, я думаю, все готовы, время не будем тянуть. Смотрите, как это работает. Что он широкий, у меня, блядь, знаешь, рука огромная. А только давайте с конца начнем. Не-не, мы знаешь, как начинаем? Мы начинаем с тебя. Один задает, и потом... А, не, может, с меня? Ну, ты задаешь, но да, и потом, задаешь, и потом... кому хочешь. И да. Самое главное, что нельзя ответ задавать никому. То есть один и тот же человек не может два раза подряд. А, то есть кому хочу, да? Да. Арис, ну, ребята, Арис, она здесь или нет, то есть? Просто я же не могу тоже сразу всех позвать, иначе мне потом некого будет звать, блядь. Так, это мне нужно вопрос девочкам задавать, это вопрос для девочек. А Вадя и так не поедет, ребят, я ему написал. А что ты только девочек позвал? Ну тут Рейс придет, я посмотрю на ту. Где Марк? Да, где Марк? Он заболел. А то одни девочки, он же взял, я не знаю. Я, да, я планировал, что... А Алексей не должен был быть? Ты вообще всех забыл, блядь? Не, я не всех звал, я говорю, мне же надо кого-то звать, Илюх, потом. Алексей уже просто... Пиздец, а что, одни девки, что ли? Блядь, Хес, это была и задача такая, не пали контору, блядь. А я не знаю, какие вам вопросы задавать просто. Про пиздятинку, блядь. Я тоже буду стесняться, блядь. Не надо стесняться. Я буду Славе только вопросы задавать, какого хуя. Я не понимаю, что, блядь. Всегда задавай про пиздятинку, блядь, не ошибешься, я тебе, блядь, буду. Пиздец. Бля, пюрешку хочу, Наташа, пиздец. А ты стесняешься, а меня не стесняешься? Бля, ты его голышом видела, хуй у тебя стесняться. Это правда, кстати. Вы вместе голенькие в бане сидели, блядь. Я к вам захожу, просто... Ну это факт, да. Это следующий этап дружбы. Ну, почти сейчас все подумают, что стримеры между собой этими самими занимаются. Ну, только есть. Не, мы просто в дружной компании пошли в баню. Я строго Ликс, Каравай и Наташа. Я строго Десал. Ну как дружный? Единственное. Охуеть! Что ты делаешь? Фух, до сих пор не могу от Ригеса съесть линка отойти, блядь. Попей что-нибудь просто, на, попей. У тебя была такая хуйня, да? Да, ну, один раз. На, попей. Один раз, ага, уже врет, блядь. А что ты? Нет, один, ну, ладно, два, максимум три, ну, не больше. Максимум. Здорово, Диман, если захочешь, залетай, сейчас я тебя в конфу добавлю. Оп, смотрите, как вкусненько. Потому что еще должен был быть Диман, но Диман тоже заболел. Я тебя добавил, короче, там... Это котлеты. Заходишь, залетишь, братан. Вот. Бля, ну все, ребят, вся... начинайте, чтобы время тянуть. Да, кто кому а где ты заказываешь? Слышь, Натар, где ты заказываешь хавчик? Ну это не... Давай, это Не-не, ну просто пиши, ну, голос. Я... Ладно. Ну можешь и сказать, мне похуй, ну если что. Это реклама. Все понял. Окей, блядь. Моргенштерн тоже оттуда заказывает. Натуре? Ну не знаю. А вот это теперь, блядь, реально как реклама. Все, давай, булочка, задавай, поехали, блядь. Раскрепощенную. Я не знаю, кто из них какой может быть. Они все с виду милые. Ну это так, блядь, с виду, блядь. А потом окажется, что Хесус, блядь, стропонит сам себя, нахуй. Нет, это не стропонит. Он девочек на девочкам на голову писает. Это максимум. Давай фасольки. Первая, сука. Фасолька, ну ты заговорила, давай. Смотри, у тебя было такое, что после того, как тебе на лицо закончили, ты умылась, но... Но! То есть я даже не спрашиваю, что. Ты плохо смыла, у тебя слиплись брови. Или ресницы. Начнем с того, что мне пока что в мои 19 не спускали на лицо. Все, теперь мы сначала. Но такое было, да? А брови слипались. Вопросы нельзя задавать, да? Брови слипались, но не от спермы, блядь. Булочка, это опыт познаний или что это? Я недавно прочитала. Булочка просто сейчас сидит со слипшимися бровями, блядь, просто.
Друзья, в этом месяце возвращается большой футбол. Топ-лиги, РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А. И по этому поводу наши партнеры OneX подготовили для вас крутые бонусы. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии или сканируй этот QR-код и получай страховку ставки до $10 на топовые матчи, а также бонус до $100 на первый депозит по моему промокоду Raffles. Ну можешь прийти расчесать. Нормально все? Ну ладно. Прикольно. Давай посмотрим. А, то есть я сейчас, да? Кухонька, Юлечка, у тебя мысли о Бонге были? Нет. Ну, в смысле, мысли пойти туда? Ну, вообще, вот просто вот в один день ты проснулся, такая, я бы могла... Чувак? Это Андрей поет. Бля, можно рэп отключить? Не-не, я пыталась, невозможно, это человек. Я его не вырублю. Ну, вот ты проснулась в один день и такая, хочу на Бонгу. Можно было бы, прикольно было бы. Не, я смотрела два раза в жизни, но типа не думала, что я хочу туда. Блядь, вопросик, кстати, нормальный. Были такой вопрос, что на Богу? Понял. Была ли такая мысль, что типа захотел идти на Богу? Мысли не было, сразу пошла, ебать. Надо делать, ебать. Так и есть. Вопрос к Хесусу. Давай. Ты когда-нибудь хотел подстричься? Не, ладно, другой вопрос. Ебать, контраст вопросов, да? Типа кончали тебе наборы, блядь. Ты хотел подстричься? Летал за границу. Я единственный вопрос придумала. Ну, давай. Сейчас, подожди. Если что, не обязательно на каждый вопрос по часу тратить, бля. Можно, типа, задавать вопросы, заряд там, типа, какал ли ты, блядь. Ну, типа, знаешь... Нет, ты знаешь, это мне оно разгоняется, типа, просто только начали, да. У тебя было такое, что ты смотрел в зеркало на себя и думал, блядь, как охуенно, наверное, со мной ебаться? Нет. Нет? Я скорее всего, наоборот, да, наоборот. Как же хуёво со мной ебаться? Как же хуёво! Нет, господи, как не же было. Я ей соболезную. Ну именно о ебле я не думал. Я отошел за доставкой. Я, может быть, и думал, типа, бля, какой пиздатый, но прям, чтобы ебаться со мной, нет. Согласна. Да, согласна, я создаю. Давайте, стойте, чтобы чуть расширить варианты вопросов и ответов, естественно, сделаем так, что вопросы можно задавать любые, ну и ответы любые, то есть не только было, не было. А в смысле как? Какие ответы? Ну смотри, типа, допустим, Генсуха. Типа, самое жесткое место, где ты срала. Это просто тест. И типа, она отвечать не было, не было, а вот так вот. Ну, только честно, блин. Ну, опиздёшь, сам себе запалит сразу. Ну, давайте. Ну, я не знаю, в лесу, наверное. Я тебя не спрашивал, стой. Это вопрос не мой, я просто так спросил. В лесу, наверное, блин. На лицо всё. Нахуя мне эта информация? Не, это просто, я просто пример привел, а так не обязательно было отвечать. Ой, кто не срал в лесу, я блядь, срал вот в лесу, вопрос. Ебать. Я срала и листочками жопу вытирала. А я, блядь, тоже думал, что листочка, а оказалось, что это крапива была, ебать, у меня жопа горела. Приятного аппетита, Наташ, кстати. Мне это не портит. Мне не портит, блядь. Ну я просто так вам пожелала. Она просто, чтобы ты понимала, я в прошлый раз ее звал, она просто съебала шоу, блядь, через 10 минут, нахуй. Потому что я ей постоянно вопросы про какашки задавал, ебать. Да, она срать пошла просто. Да, ну ладно, где жестко ты какала, типа, это типа окей, а когда вот с подлива, блядь, с жижей вот этой вот... А что такое вот с подливкой, вот... блядь, я только что рыгнул нахуй с кислинкой, блядь. С кислинкой. Все мы люди, блядь. А, что я задаю? Не, сейчас Хесус задаю. Короче... Хесус. А, я задаю. Я тебе реально, это не вопрос был, я просто пример привел. Гипотетически. Кому бы задать вопрос? То есть любому, да, человеку? Да, даже Иксайлу. Сумеешь такая, что он ответит сейчас. Ну, я думаю, круг как бы, ну, не повторять лучше, да? Например, если вот Хесус, то лучше не задавать булочки там или фасольки, либо ляшки. Он может задать, может задать. Может, да? Да. Самое главное, что он не может задать, а кто там? Кухня может задать. Я не могу кухне задать вопрос. Да, ты кухне не можешь, потому что кухня тебе задавала. Бля, хуёво, ну ладно. А ты хотел кухню уже, да? Окей. Распробуй, так сказать. Окей, булочка. Смотрела ли ты на своего отца как на объект вожделения? Он загуглил, сука, вопросы, блядь. Да? Я попросил подписчиков, мне помогают, да. Вожделение это что, подожди, ну, это... Ну, типа как... Ну, подумай. Я не знаю, сексуальный объект, типа он... У меня есть отчим, у меня нет отца. Просто отчим. Ну, неважно. Нет, конечно, нафиг оно мне надо. Нет.
Я не думала вообще ни на одного родственника своего в таком смысле нет. У тебя братья есть? Че? Посолька, ему 5 лет. А, ну ладно, значит, ладно. Ой, фу, фу, блядь, фу, приставила. Да это же отчим, не родной, чё ты. Ну, Туре можно и в стиральной машинке застрять. Действительно. Чисто в барабане, ебать. Отчим, я застряла! А отчим красивый? Да чё за пиздец, чё начинается, уже вопрос. Посолька, чё просто? Мне надо было фасольку в активном поиске, ебать. Он на Ликса похож. Реально? А, ну, значит, очень хорошая машина. Я поэтому Ликса батю называю, потому что она похожа на Ликса. А, точно, ты же в какой-то нарезке говорила, что тебе Ликс отчима напоминает. Да, да. Это... Мяу. Фу. Фу. Так. Он мою маму, я извиняюсь. Давайте мы знаем, это нормальная практика. Все, задавай вопрос. А я задаю же. Блядь, так лицо, как будто, блядь, не я с кислинкой рыгнул, а ты, блядь. Да вы меня таким вопросом просто из колеи выбили, поэтому... Ну, Хесус такой коварный, блядь. Такой обычный вопрос повседневный, блядь. Чё ты, блядь, переживаешь? Всё нормально. Вот Бустеру вообще нет смысла задавать. Он, по-моему, всё самое кринжовое уже поотвечал. Нет смысла. Я хочу что-то вишенки задать. Давай. Так. А где Иксуль? Я сейчас вот тут... Лучше надо поспокойнее. А где Иксуль? Он пошел доставку идет забирать. То есть он не с нами? Он с нами. Пока да. Ну как с нами, но пока не с нами. Ну что, кто? Слава, ты играешь? Мне плохие мысли. Конечно. Ну я типа, я жду, я в поиске вопросов. Давай плохое. То есть типа, если у тебя пошлое что-то, задавай, я отвечу. Давай типа адекватно сейчас. У тебя было такое в школе, что тебе нравился... Одноклассник или просто в школе мальчик, и он тебя отверг. Ну, я никогда не влюблялась в одноклассников вообще. Мне всегда нравились, типа, мальчики старше, и я была влюблена... Параллельного класса. Нет, у меня был старшеклассник, которого я была безумно влюблена на протяжении всей школы. И он на меня вообще никак не реагировал, никогда. То есть я там вообще просто тайно любила его. Но я не могу сказать, что он меня отверг, наверное, нет, такого не было. Просто я ходила, сохла по нему, слушала музыку такую же, как он слушает, там, подглядывала за ним, но нет, такого, чтобы, типа, отвергать, нет, не было такого. Ты сталкером была? Нет. Сталкером, блядь. Ну, следила просто в соцсетях, нет, наверное. Ну, просто, да, типа, там, я не помню, что было тогда, всякие аськи были или еще что-то, и мы, короче, там, по школе просто ходили, я такая, о, там, у него какая-то мелодия заиграет, полифония на телефоне, я такую же скачивала и ставила. Полифония, блядь. Ну, да, было. Приятно птица, Лех. А так, чтобы, типа, прям я кому-то призналась в любви, и меня отвергли, нет, наверное, да, приятного, Лех. Так, у меня вопрос для Славы. Слав, у тебя было такое, что ты утром просыпаешься, и ты понимаешь, что ты обкончался прям в кровати, что тебе что-то нет, снилось? Нет, и... ночной полюции ни разу не было, вулканизма ни разу не было. Как ну, не было? Ни разу не было. Такого, что тебе что-то было? Снится или у тебя что-то тоже там... не было такой хуйни. Ни разу не было. Нет? Как не было? Хотя я знаю, что много у кого была такая тема, мне кинты рассказывали, что они пускаются, у них все трусы спермы, блядь. Нет? Или у тебя было? Как это вообще? Нет, я говорю, у нас здесь 3 пацана, и у 3 пацанов не было такого, что они, блядь, плескали спермоты, блядь. Я не могу себе представить, тогда пиздят, не может такого, чтобы всех троих не было. Не, я, ну, мне ну, нет смысла вот. Пиздеть, я ничего там такого не вижу, если на лицо кончал, блядь. Случайно. Так надо рассказывать. Слушай, брови, у меня тебя спрашивать. Вот, смотри, ну, ты задала вопрос, мне сейчас, получается, Аня задала вопрос, да? Да. Угу. Окей. Так. Кому вопрос? Так, кухня. Аушки. Самое необычное место, где занимался сексом. Блять, он опять о своем, да сука, да ты заебал. Да что ты, сука, блядь, это мои вопросы, блядь. Я извиняюсь, но у нас разве не было, не было? Пока ты отходил, мы пересмотрели формат. Да. Мы теперь было, не было и еще с подробностями. Блин, ну честно, у меня немного было каких-то типа супер необычных мест, но, наверное, на вокзале. Прям на вокзале? Я сдала, блядь, чисто. Ну типа, дефолтное место.
Или на вокзале, там, да. В туалете, прям просто на вокзале. Нет, да, на вокзале. На перроне, прям на открытом. Это была ночь. Просто на рельсах ебаться стали. На рельсах прямо, да? Это было беспалевно, но нам так казалось, по крайней мере. Ну да, не считай там папарацци, бля, просто на шпишке камеры. Ну да, держи в курсе. Бля, я на самом деле, это ужасно. Если бы я увидела, что кто-то ебется на улице, не знаю, меня бы стошнило, наверное. Я видел, как метро ебутся. У нас тоже была такая хуйня, мы, короче, сидели с китами на детской площадке, бля, давно еще, и просто подъезжает такси, бля, выходит мужик с тёлкой, бля, и постоянно рядом с нами начинает ебаться, короче. Ну, мы все аплодируем прям, типа, это реально. Да, аплодируйте. Да-да-да, классно. Ты ритм задавал ему. Не-не, просто аплодисменты, ну, достойная хуйня. Вот, и все, они потом ушли и, ну, и съебались. Клонились, конечно. Ну, да-да-да. Мы там шампанским, заебок ебать. Вот так вот. Натаха, было у тебя такое, что ты завидовала близкому человеку? А что, у меня чат загнулся, бля, или что такое? В каком плане? Ну, есть зависть типа белая, есть черная. В каком плане? Ну, такая, ну, черная пускай. Ну, как ты обычно, нет, такая белая, крысиная, белая, сука, зависть. Белая, 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 у тебя есть, у меня нет. Крысиная зависть, Натаха, твоя типичная. Не, нет, ну, то есть зависть вот какой-то черной вот такой не было. Типа, знаешь... Знаешь, как будто я ненавидела человека впоследствии. То есть у меня такого не было всегда. Ну, то есть я жила не в, ну, в бедной семье. У меня всегда, оговорочка по Фрейду, была, всегда жила в бедной семье. И всегда у меня там сверстники одевались там. Или у них техника какая-то лучше была. Ну, то есть мне хотелось просто... Сверстники просто одевались, бля. Антоха голышом хуярила, блядь. Да просто, да, мне хотелось что-то подороже, да. Но у меня не было никаких... Хотелось подорожник, блядь. Сходи с Орлинка, блядь. Слов. Ну, в общем, да. Ну, то есть, я вообще, ну, к зависти у меня никогда такой нету. То есть, есть и есть, ну, нету, нету, чё бубнить. То есть, вот как-то так у меня такое отношение. Какой-то пиздёж, пиздёж. Даже сиськи не завидовала. Не, я клянусь, у меня такого, ну, типа, нету. Ну, типа, ну, если раз у меня нету, то... У неё пятёрка, вот ей всё, значит, такого... У кого пятёрка? Не, я была отличницей в школе, поэтому мне было похуй. Да, я была отличницей. У тебя медаль? Вот. У меня большие мозги. Нет, я 10-11 класс, я ударница была, так что... Не скажешь, да? Типа пиздил, что ли, кого-то? Не сказал, что ли? Чисто боксерская ударница. Я не понял! Илюх, не понял. Так, вопрос как раз тебе, Илюха, давай. Ну, удовлетворяет тебя ответ, Юль? Да, вполне. Да? Короче, Илюх, дрался ли ты когда-нибудь с парнем или с девушкой, без разницы, до, ну... Когда, не знаю, плохо становилось. Или калечили что-то друг другу. Ну, дрался, да, ли ты когда-нибудь прям так, ну, жестко? Ну, не меня. Ну, там со мной загрызли на прикалусе, блядь. Не царапины там и так далее, а именно что-то ломали. Рассечение там. Брови, губы тебя устроят. Да, были драки. Жестко. Интересно, за что? Со мной, да, Илюх, тогда, когда тебя забороло, как лоха, блядь? Расскажи про самую жесткую драку. Не, ну, у меня одна ситуация была, типа, ну, были драки конкретно там... Ну, если мы не учитываем спорт, я типа карате занимался профессионально, и там... Да, ну, да, типа, не учитывая. Не учитывая, там чела, ну, много историй. А так, ну, да, было... ну, блин, короче, там много причин. У меня одноклассник был, но мы сейчас с ним нормально, ну, редко общаемся, но как бы в отличных отношениях. Вот, там была ситуация, я перешел из одной школы в другую, в новый класс, вот, и, ну, там, соответственно, начал общаться... Мужики, если копипасты спамят, не надо в чат ставить. Вот. Ну, не надо. Пусть, типа, там, может быть, допустим, его зовут там Андрей. Типа, начал общаться с Андреем очень выбрать плотно в классе. И у этого Андрея до этого был лучший друг, допустим, Женя. Вот, они очень хорошо, плотно общались, Андрей с Женей. А я начал общаться с Андреем, и Андрей перестал общаться с Женей. Ну, редко стал. Из-за этого у Жени начала, так сказать, появляться... появлялся негатив ко мне, вот, и в определенный момент он мне, типа, забил стрелку, вот эта вот школьная тема, это был 7 класс, и он мне такой протягивает руку, ну, вот, мы стояли между партой, то есть я с одной стороны, он с другой, он мне протягивает руку, я ему тоже протягиваю руку, он тянет на себя, я падаю вот так на парты, потом он убежал, я побежал за ним и надавал ему пиздов, блять. Вот, ну, мы такое осуждаем, конечно, ну да. Но ты забыл уточнить, что это было в GTA 5, дети РП, блядь. Конечно. Когда мы отыгрывали в школе, блядь. Мы не бьем людей. Естественно, блядь, осуждаем такую хуйню. Ну, конечно. Только, блядь, спорт, если интересует там, блядь. Конечно. Бля, я даже не знаю, кому вопрос задать. У меня вообще никак нет проблем, кому вопрос задать, я хуй знаю, что вы тупите. Блядь, ну... Я бы только так хуярил бы, сука. Знаете, просто.
Ну да, да. Я стесняюсь, Илю, господи. Раскрой свою сущность, блядь, ты же, сука, кобель. Давай вишни задам. Ты когда-нибудь делала тест на беременность? Да, делала. Не раз. Такой дефолтник его. Вот. Да. Прикольно. А сколько? А какой раз? Результат был? Сейчас просто, блин, логично. Сейчас просто сзади детвора выбегает, блядь, у него. Ёпта, блядь. Всегда, всегда отрицательно было. Слава богу, слава богу. Ну, я просто не хочу детей пока. А потом ровно через день-два начинали знить, ты такая... Да, да, вот обычно так всегда и происходит. Ты паришься, паришься, такой, летишь, делаешь тест. А у тебя типа задержки были? Да, да, но это типа с разными факторами бывает связано, но перестраховаться никогда не, ну, не бывает лишним. И потом у тебя через день, через два, как правило, сюда приходит месячный, ты такой, чем я писаю на эту палочку? Да нет, мне кажется, на палочку попискать ничего такого нет. Ну, нет, потому... знаешь, само ощущение, когда ты не писаешь, тебя начинает трясти, ты вроде как уверен, что... типа, в себе, ты уверен в себе вроде, а потом думаешь, бля, мало ли что могло произойти, начинаешь придумывать, думаешь, блядь, вдруг. Ну, не, у меня все было всегда хорошо, слава богу, вот. Дай бог тебе здоровья, Ань. Спасибо. Так, кому вопрос задать и какой? Давай вопрос, так, для Хесуса. У тебя было когда-нибудь такое, у тебя были отношения или такие, которые только ради секса ты заводил? Ну, то есть это были для себя условно отношениями, но ты понимал, что девушка тебе только для, ну, грубо говоря, поебушек нужна, чтобы удовлетворить свои потребности. Да. Да? Ах ты шалун, блядь, самец. Ебок такой, знаешь. Нет, кобель, короче, все. Я вообще не, на самом деле, это дефолт для парня, поэтому... Хес, нихуя ты плохишь, блядь. Да и для девушки тоже, почему? Да нет. Да они недолгие были, они на одну ночь были, по-любому. Какого-то искать на... Нет времени. Ребят, Вадя отъехал, я позову на следующий, было, не было. Ну, она думала, что, типа, что-то у вас завязывается, ты такой потом... Ну, наверное, да. Оказалось, что штуки завязывались, да? А вот это вот уже, Рубан. В смысле, наверное, да, вы не разговаривали об этом? Нет, они только трахались. Не, ну, обычно только обговаривают такие отношения. Не, не обговаривали, нет. Честно, Хесус шалун. Угу. Думала, Хесус джентльмен. Что, Эф, у меня стрим сдох? Так, тебе вопрос задаю, да? Да. Что за Вадю за... Отъехал, блядь, в плане... Так, ну давай... В плане этого, блядь, ну, по делам, блядь. Угу. Вадим на машине учится кататься, и он у него сейчас, блядь, тяжелый выбор. Ты когда-нибудь скидывал интимные фото своим топ-донатерам? Слушай, у меня... Я думаю, кто мне сиськи отправляет, блядь? Один раз задонатил всего. У меня есть парень! Блядь, ты тихо! У меня есть парень, он уже бывший, но он был моим модером, он был моим зрителем, он был моим донатером. Это считается? Слушай, хорошо, но модерировал Васиськи, блядь. Модер, потом парень. А как так вышло? Сначала он стал парнем? Сабо, он сначала модером, мы просто играли в мир вместе. И потом парнем, да. Прокачался. Потом он стал парнем, потом зрителем. Я думаю, почему у меня так пацаны-модераторы трудятся, они ждут, пока я письку скину, блядь. За сколько? Скажи мне, за сколько? Я же знала примерно расценки. За сколько? Ой, там что-то в белорусских рублях было, я не очень разбираюсь. Реально в белорусских рублях? Прикольно. Там были тогда миллионы, короче. Я думала, что это много, а потом оказалось, это белорусский. Чисто скинула. А ты подумал, что это дохуя и пиздятинку скинула, да? Еще я гублю пал, сука. Маркони, блядь. Ой, Маркони, блядь, какой-то. Блин, прикольный вопрос, получается, было, да, прям можно так сказать. Чисто подумал, что лямчик закинули, блядь, там нахуй 300 рублей белорусских. Не, сейчас так это понятно, белорусский рубль больше там. А как так вышло, что у них был такой курс, блядь? Ой, белорусских, уф. Был просто миллион рублей белорусских, а сейчас белорусский рубль дороже. Сейчас, цена, да, сейчас же там. Как, блядь? Охуеть, я вообще никак не заработал. 300 с чем-то рублей, один белорусский рубль. Пиздец, блядь, ну нужно же как-то с модераторами расплачиваться, блядь, девочки, а вы как, блядь, расплачиваться? Блин, я а вроде... мы тебе так, знаешь, душевно, просто спасибо, люблю. А я вроде никак. Спасибо тебе, это, понятно. Походу, теперь надо будет, блядь, писюны скидывать пацанам, блядь. Так, модераторы. Юля, короче, самая труп, походу. Слава, вопрос к тебе. А, были ли у тебя проблемы с законом? Опа. Я бутылки забыла. Подожди, подожди. Ты про уголовную, административ? Ну, мне каждый день штраф приходит за вождение. Ну не, ну не штраф. А уж это поинтереснее. Слушай, ну был такой случай, но это, блядь, знаешь, какая-то такая, типа, хуйня. Я даже не сказал, что это проблема с законом. Я помню, ты рассказывал то, что убегал от ментов.
Ну, это же не проблема, до них не дошло дело. Это хуйня. 14. Не, ну это было, конечно, да, да. Ну это так, это шалости, блядь, там ни за что, по сути. А, вообще, да. Вооруженное ограбление убежал. Это просто убегал от них побег, что там. Не, я просто захотел побегать, блядь. Я такой, типа, за чего убегаешь? Я такой, чего, догоняйте, блядь. Типа, ну хуй. Не, прям такого не было ничего. Мемы 2009. Ну да. Блин, ну не, прям такого не было, знаешь, что... Что-то прям... Ну, грабил пятерочку просто, да? Не-не, такого не было, ничего. Только кто-то штрафы и... Ну, уголовок, все-таки три, наверное. Да. Ну и, блядь, 10 лет строго строгача, блядь. А у кого-нибудь были проблемы такие посерьезнее? Кто может признаться? Посерьезнее нет. Ножами пила, полиция пришла. Было. Нет, ничего не вспомнить, ну нет прям ничего такого. Ну, знаешь, за гаражами чисто сидеть пить, ну, там такое. Да, да, у меня это... такое же было. Я на территории школы бухала. И меня забрали, прям мама забирала. А меня не забрали, у меня забрали бутылки все мои полные, которые там были у нас в компании. Забрали все деньги, которые в карманах были. Ну, у меня был такой... Это точно менты были, а не гопники? Да, ты уверена, что это? Это были менты. Бля, просто прикол. Ну, у меня тоже такое было, но меня никого не забирали. То есть, типа, понятно, девушка. Меня забирали ментовку. Зачем? Как? Зачем? Он руки не помыл. Мы опять же, это седьмой класс суровый. Мы пошли с другом рисовать граффити сначала на заброшке. Тогда эта тема была популярна. Я тоже рисовал. А потом идем, и там была подпись одного чела нашего знакомого. И мы ее зачеркнули. Затоили. И снизу написали слово очень забавное. Забавно, не озвучивай, Не буду я озвучивать слово. Вот. Ну, мы поняли, я не знаю, это либо жители дома, наряд либо рядом был, просто подъезжают чулы, такие такой. Говорят, такси вызвали, и все, меня повезли, блядь. Такси вызвали. Зато у них чувство юмора есть. Не, они так не сказали, они сказали, чего вы, ёбки малолетние, блядь, сели нахуй. Рисуйте, блядь, на домах, портите имущество, блядь. Так, окей, мой вопрос. Там еще было забавно то, что там, когда мы... Отчет составляли именно, ну, о совершенном преступлении. Я сейчас хочу задать вопрос Гинсухе, был ли у нее секс строго? Очевидно, что нет. Но я хотел спросить, рассматривали ли она строго как полового партнера? Сейчас Слава задает вопрос. Алло. Да. Вопрос Наташи. Я, блядь, да нихуй... О, сейчас с говном будет. Минус да, вопрос, блядь. Да, с говном, блядь. Либо с сексом. Почему? Давай. Ну, давай. Наташа, рассматривали ли ты строго как полового партнера? Стоп, блядь. Бля, можно не буду отвечать? Да, не работает. Давай не буду отвечать. Скажи правду, либо разбей сердце пацана. Никто не знает, что любит сердце пацана. Не пацан боюсь, не мальчик, он никогда не заплачет. Нет, не рассматривал. Бибол тумпы, блядь, закидайте нам. Все, не-не, ты разоружил всю, блядь, их это, хайповую историю. Давай, блин, а обидно за строго. Она не рассматривала, она просто трахала его, блядь, жестко. Не, она сейчас рассматривает, типа. Ну, вообще правильно, в принципе, я же в прошлом времени вопрос задал. Так, да, это было в прошлом. Вот сука, блядь. Блин, не рассматривай строго, блядь. Хессу. Хессус, была ли у тебя такая пассия, которой ты, ну, прям жестко обеспечивал ее, там, донатил ей, либо стримерша, на которую ты дрочил, может быть, в анонимном через... автономный режим инкогнито ты заходил там и писал ей, там подкатывал, как-то сидел на стримах там и донатил ей большие суммы. Блядь, шалун. Да, была Наташа Гинсуха. Да, блядь. Никого не спонсировал. Ну ладно. Я спонсировал, я тебе сапки дарил. Я просто знаю пару стримеров, которые так делают. Серьезно? Реально? Давай, блядь. Ну-ка давай рассказывай, блядь, играем было-либо. Давайте заново.